Немножко поворот головы ко мне. А это не просто фотосессия, событие эпохальное. Решили обновить фотографии актеров, которые встречают зрителей в фойе. Не спал неделю, переживал, ходил в спортивный зал, приводил себя в форму. И теперь вместе с фотохудожником Михаилом Рыжовым актеры ищут эффектные образы, не похожие на те, что были. А как правило, это черно-белые портреты, да, с подписями, званиями, регалиями и так далее. Мы решили немножко отойти в сторону от этого и, во-первых, сделать съемку цветной. То есть это будут цветные портреты. Во-вторых, формат кадра – это квадрат. Андрею Соколову тут же пришла в голову креативная идея. Мало одной фотографии. Можно было бы повесить также фотографию, как человек пришел, который пришел в театр, да, там на каком-то сроке служения, лет через сколько-то, и на сегодняшний день. Это было клево. А директор уже показывает, как новые портреты будут выглядеть. Это специальный такой новый материал, еще ни у кого, никто его еще не знает. И на нем прямо идет фотография.